Миттельшнауцер. Цверкпинчер, да? Цверкпинчер выиграл класс. Миттельшнауцер выиграл вице-чемпионка Европы. И Голден ретривер, да, 55-го класса. Ну, расскажите немного, как вам вообще выставка эта? Понравилось, не понравилось? Не понравилось. Не понравилось? Ну, не понравилось. Доберманов. Доберманов, конкретно. Очень такой отсталый от прогресса эксперт обсудил. Тот тип, который уже давно не модный. То есть сухие, тонкие, звонкие. А часто вы на таких европейских выставках бываете? Да, всегда. Всегда, да? И на мир сейчас поеду. А вы откуда приехали? Могилёв. Из Могилёва, да? Классно. И что, может, вас удивило на этой выставке? Удивило? Да. Ну, вообще, из организации или из... Нет, ну, организация нормально, грязно только, собак гулять негде, да, здесь вообще. Мы так и не нашли, где их гулять. Да. А так, ну, здесь по выставке вопросов нет, нигде ни очередей, ничего, все нормально. Спасибо. Хорошо.